Тем временем казахстанская вакцина от коронавируса CAS-COVID-IN прошла доклинические испытания. Об этом сообщили в Национальном центре экспертизы лекарственных средств и медизделий Алматы. Во время эксперимента большие дозы препарата были введены подопытным крысам, хомякам и морским свинкам. Каких-либо аллергических реакций и раздражающего действия на внутренние органы животных не было. Таким образом, ученые пришли к выводу, что отечественную вакцину против коронавируса можно допустить клиническим испытаниям добровольцам. Отмечу, лабораторное фармакологическое исследование имеет международную аккредитацию, является единственной в Казахстане по проведению подобных исследований. Штамм для создания вакцины был взят у заболевших на территории нашей страны.